Матч очередного тура ночной хоккейной лиги Московской области под названием «Студеный лед» прошел в селе Васильевское. На открытой площадке встретились команда «Ледовый» и хоккейный клуб «Васильевское». Матч открыли юные фигуристы спортшколы «Центр». Перед игрой болельщиков и спортсменов поприветствовал региональный представитель ночной хоккейной лиги Московской области Дмитрий Винцукевич. Васильевская активно принимает участие в чемпионате ночной хоккейной лиги. И неудивительно, что сегодня мы проводим очередную игру регулярного чемпионата именно здесь. За последние сезоны хоккеисты привыкли играть на крытом льду, но загорский хоккей зародился на открытых площадках, таких как в Васильевском. Здесь хоккейную коробку построили жители села в начале 2000-х годов и содержат ее сами. В основном всегда поддерживали ее в нормальном, хорошем состоянии эти вот мужчины, которые здесь живут. Многим уже здесь 50 с лишним лет, начинали они по 30 лет им было. Вот. И такой костяк сильный, хороший, здоровый, он всегда вот держится. Сейчас уже взяли более молодые, вот им по 30 лет. Алексей Липатов внес большую лепту в восстановление коробки. Она, конечно, приобрела сейчас прекрасный вид. Значит, скамеечки, освещение, лед прекрасный. Слава Толмачев принял участие в заливке. Все ребята молодцы. Всем спасибо. Отличная атмосфера, отличная погода, отличный лед, отличная команда. Этот хоккейный матч на открытом воздухе свел две амбициозные команды. Игра между Васильевским и Ледовым запомнится жесткой борьбой и неуступчивостью соперников. В итоге со счетом 9-8 победу одержала местная команда. И еще для болельщиков и участников соревнований была подготовлена анимационная программа. Всех угощали кашей из полевой кухни и горячим чаем. Полина Иноземцева, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».